А сейчас несколько слов о том, что стоит посмотреть на нашем канале в ближайшее время. В понедельник, 1 июля, в 20:30 на телеканале «Тверской проспект Регион» состоится показ документального фильма «Я найду тебя, отец». Это уникальная картина, повествующая о судьбе женщины из Австрии, которая на протяжении 30 лет ищет своего отца в России, а именно в Твери. Подробности расскажет Анастасия Новичкова. Элеонора Дюплей около 30 лет ищет в России своего отца. Он был солдатом Красной Армии, когда встретил ее мать Штефани Нови в 1945 году в местечке Санкт-Пёльтен Нижней Австрии. В этот период советские солдаты участвовали в операции по освобождению Австрии от немецко-фашистских захватчиков. И даже в такое тяжелое время любовь объединяла людей разной национальности и веры. Героиня фильма Элеонора – плод такой любви. Вскоре после освобождения по приказу командования советские солдаты покинули территорию Австрии. Отец Элеоноры был вынужден вернуться домой. Героиня фильма родилась уже после этих событий, поэтому отцовскую любовь так и не познала. Но мать оставила ей вещи, которые хранят память о ее отце. Она мне дала это изображение, которое она вырезала из журнала, так как это изображение иконы из Твери, из Тверской школы. И тот платок, в котором он принес хлеб. Это единственное. И то, что я еще получила от своего отца, это любовь к России. Но несмотря на то, что таких детей, как Элеонора, в Австрии не любили, мать относилась к ней очень нежно и трепетно. Таких людей в Австрии называют детьми освобождения. Конечно же, сейчас у них есть свои семьи, дети и внуки, но связь с предками по-прежнему остается утерянной. И это очень терзает душу, признается Элеонора. Поэтому она более 3 десятилетий занимается поисками своего отца, той невидимой ниточки, которая связывает ее с Россией. Из заметок своей матери Элеонора узнала, что ее отец и из Твери. Тогда еще город Калинин был отмечен Штефани Нови на карте в Старом Атласе. И в записной книжке неразборчиво написано русское имя. Михаил или Кроман, или Крован, или, как вот говорят наши коллеги, может быть, даже Коровин. То есть мама написала неразборчиво. Из Твери. У нас есть к вам большая просьба. Если кто-то по созвучию фамилии поймет, что эта история касается его семьи или семьи знакомых, обратитесь, пожалуйста, на канал «Тверской проспект» и сообщите об этом. Мы будем очень рады. Особенно просит об этом героиня нашего фильма Элеонора Дюпуи, которая уже больше 30 лет ищет своего отца. Показ фильма состоится на телеканале «Тверской проспект Регион» 1 июля в 20:30 по московскому времени. Картина для зрителей старше 16 лет. Уважаемые телезрители, если после просмотра фильма вам отзовется эта история, и вы поймете, что обладаете уникальной информацией, которая поможет Элеоноре в поисках отца или его родственников, обратитесь на наш канал по номеру 35 74 62.